Москва использовала право вето. Принятие резолюции Совета Безопасности ООН, которой предстоящий крымский референдум должен был быть объявлен нелегитимным, заблокировано Россией. США считают этот шаг беспрецедентным. По итогам заседания прозвучало еще одно заявление. Западные дипломаты называют вопиющим нарушением продвижение российских войск дальше в Причерноморье. Об этом после голосования за резолюцию Совета Безопасности заявила представитель США в ООН Саманта Пауэр. Подробнее наш сапкор в США Дмитрий Анопченко, он передает из штаб-квартиры ООН. 13 за, 1 воздержался, Россия против. Таков итог голосования в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций по украинскому вопросу. Эту резолюцию инициировали Соединенные Штаты, предложив признать предстоящий крымский референдум нелегитимным и обратиться к странам мира с просьбой не признавать его. Этот документ был сегодня единогласно поддержан 13 государствами. Китай воздержался, Россия в одиночестве не только проголосовала против, но и использовала право вето, а значит документ отклонен. Российская Федерация проголосует против предложенного проекта. Мы не можем согласиться с его основным посылом – объявить не имеющим юридической силы запланированный на 16 марта референдум, в ходе которого сами жители Республики Крым должны определить свое будущее. Многие дипломаты здесь, в ООН, теперь говорят, этот шаг беспрецедентный. Ведь для того, чтобы воспользоваться правом вето, в принципе, нужны очень серьезные основания. А Соединенные Штаты, готовя документ, намеренно смягчили формулировки. Даже название страны «Россия» в документе вообще не упоминается. В американской делегации говорили, голосовать против такого текста значит голосовать против основных принципов ООН. И до последнего ожидали, что документ все-таки будет утвержден. Россия заблокировала эту резолюцию, как заблокировала украинские корабли, журналистов и международных наблюдателей. Но она не сможет наложить вето на правду. Россия поставила себя за рамки тех международных норм, которые мы развивали для того, чтобы они служили основой для мирных отношений между государствами. Отечественные дипломаты признаются, к такому повороту событий в принципе были готовы. Однако тот факт, что ни одна страна не поддержала Россию, свидетельствует и о беспрецедентной поддержке Украины, и о расстановке сил в ООН. Что будет далее? Далее будет новый развиток ситуации в Раде безопасности, потому что это уже, очевидно, уже будет совсем иного типа резолюции. Это может быть и запиты про санкции, это все может быть. Так само, как и Генеральная Ассамблея. Генеральная Ассамблея – это тоже та возможность, где мы можем не только пригорнуть увагу до проблем, але згуртувати світову громадськість. Дипломаты говорят, проблема не только в Украине и России. Проблема в том, что вся система коллективной безопасности теперь рушится. Этот вопрос и дальше будет рассматривать Совет Безопасности ООН и, возможно, в самое ближайшее время Генеральная Ассамблея. И штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Дмитрий Анопченко, Игорь Антонюк, Американское бюро телеканала Интер.